Ты сейчас где находишься вообще? Или ты не можешь мне сказать? В аду я. В Украине. Ну, как война началась, сколок в каске застрял. Вот так я понял то, что война началась. Меня отдельно кинули в пехоту. Про мое здесь вообще забыли. Вообще, мы где-то недели две, наверное, все думали то, что мы уже погибли. А мы ездили, града охраняли. У нас здесь срочники тормозят. Привлекли в войну. Срочники? Срочники здесь. Да тут все, тут пиздец. По новостям что там показывают? Вообще говорят, что у нас потери очень мало. Там даже косаря нету, прикинь. То есть они такие цифры говорят. Косаря нет. Первые два дня 500 человек. 500 человек только с нашей бригады привезли по кусочкам, в пакетах. И по новостям не говорят, что наших в плен берут. Да, наши только так берут. Я говорю, мы огромные потери несем. Огромнейшие. Я снайпер, мне живым нельзя сдаваться, поэтому в плену я точно не побываю. Вы по мирным бьете? Да. Связи нет нихуя, мы все вышки в округе перебили, чтобы, типа, это пилингуют. Угу. Вот сейчас мы дом заняли, то есть в нем гражданские жили. Мы их выгнали нахуй из дома. Сидим в этом доме, как дурачки, блядь. На полу спим. А чё вы едите? Чё тут, чё слоем? Да чё попало едим? Никто ничего не спонсирует. Ну, блядь, я не знаю. Это... Про вас вообще как будто забыли. А нас, да. Мы долбоёбы сидим сейчас, вот деревню оккупировали. Сидим, блядь. Никто не делает, сука. Мы просто сидим и ждем. Пьяные, эти пидорасы лезут из всех щелей, блядь. Ну, а когда домой? Никто не знает. Фронт не двигается. Отвечаю, просто приезжаю сразу, контракт нахуй. Увольняюсь прям сразу, если вернусь.